Вторую неделю Ленинск-Кузнецкий присоединяется к областной акции, чтобы подготовить город к весне. В прошлую пятницу в субботнике приняли участие порядка 2000 человек. Сегодня неравнодушные горожане вновь вышли на рыхление снега в парках, скверах и дворах. Так сотрудники городской администрации помогали быстрее растаять снегу в сквере, часовне, иконы всех скорбящих радость. У коммунальщиков была другая задача. Они очищали от грязи и шлака прибордюрный камень вдоль главных дорог города. В эти весенние дни главная задача – облагородить внешний вид города. Это в первую очередь необходимо для улучшения экологической обстановки и комфортного проживания.